Александр Фролов пишет. Дело в том, что я уже 3 года пытаюсь с этим справиться, с, по-моему, с гепатитом. 2 раза голодал на отварах трав, соком лимона и медом. Значит, смотрите, 2 раза голодал на отварах трав, сока. Это не голодание, это просто такая была разгрузочная у вас диета. 18-30 дней. Ну вот вы выдержали ее 18-30 дней. После 10 раз чистил печень, камни выходили. Ну, чистить печень 10 раз, в основном хорошо ее прочищают первые разов 5, хотя могут быть и дальше, да, в зависимости от того, насколько там организм забит. Правда, голодание проводил всегда зимой, и после них, меня относило, и я ел домашнюю сметану баночками и конфеты как ненормальный. Вот он во скобках, может, это и была та разблокировка организма, разбалансировка организма, о которой вы говорите. Да, именно когда человек посидел вот на таком питании, то есть тем самым он за счет этого питания вывел из равновесия жизненные принципы, то есть жизненный принцип ветра — это сухость, холод, и вот эти вот циркуляторные процессы, они стали намного больше, то есть гармония не получилась. Гармония — это когда вот я сижу, у меня нормальная голова работает, мне особо никуда не хочется, то есть я доволен, понимаете, вот это самое главное. Доволен, относительно силен, бодр и весел. Так вот, когда выводится с помощью вот такого питания, там 15-30 дней, соки, отвары, трав, выводится жизненный принцип из равновесия, а именно ветер, он просто возрастает. То, когда человек возвращается на то питание, которое он вел до этого, через подсознание организм, вот тут очень важно понимать, что у нас существует, грубо говоря, по большому счету, дух со своим сознанием, которое умнее нас. И он нами, так сказать, это самое, смотрит, наблюдает, что там делается. Он просто построил нас и наблюдает. Далее душа, которая вот это вот мы, вот тут все это там такое, сознание, как где там что заработать, как там приобрести, как там отдохнуть, как там насладиться, как там еще что-то сделать, как там оздоровиться и так далее. Но существует еще, так как сделан еще и организм физически, существует, будем говорить, вот эта вот особенность постройки организма с учетом жизненных принципов. И они тоже влияют на наше сознание. И в основном они влияют на сознание нашей души, можно сказать, и через подсознание задают, как бы сказать, такие потребности и отключает наш аналитический ум, что мы, как вот здесь написано, после этого периода воздержания от нормальной пищи, то есть разгрузки, мы начинаем как ненормальные есть. И в итоге баночки... Что? Понимаете, вот смотрите. Жизненный принцип ветра — это сухость и холод. Что его лучше всего вытесняет? Вот почему он сметану ел? Да потому что вот эта влажность, маслянистость и тяжесть. Влажность, маслянистость, движения, в которые, понимаете, они вот так шли, а их надо замедлить. То есть это должно быть сметана, какое-то масло, естественно, сладость. Вот. И человек ест и понимает то, что он, вот далее, я сейчас начинаю понимать, почему он еще 10 раз чистил печень и 10 раз валили камни. Да потому что за это время, да, за 18 дней, за 30 дней, она очищалась, но потом шла ударная нагрузка, вот такой вот тяжелой пищи, маслянистой, сметаны и так далее, которая сразу же поступая в этот фильтр печень, она по новой его забивала.
Посмотрите, наш любой фильтр, возьмите хоть в машину, если вы смотрели, в автомобиле, он способен пропускать, грубо говоря, определенное количество там этой пыли, фильтровать и удерживать. Но как только ее в десятки раз больше, да он сразу же выходит из строя. Естественно, ничего хорошего нет. Поэтому здесь неправильно было использованы, понимаете, и средства оздоровления, и последующий, он говорит, выход, они не дали того результата, который хотели, а наоборот могли усугубить состояние этого человека. Вот это как раз и есть разбалансировка жизненных принципов ветра, желчи, слизи. А в какое время лучше голодать в Сибири? Нужно ли вообще голодать с гепатитом С? Благодарю за вашу деятельность. Но смотрите, я бы не сказал, что если вы будете голодать регулярно там по сутки, там раз в недельку, максимум в трое суток, раз в 2-3 недельки, это будет вполне очень хорошо. То есть как раз будет подразгружать печень, подразгружать организм, будет усиливать защитные силы. И плюс, естественно, там вот я как раз на своем сайте Малахов Про поместил огромное количество различных статей, там газета, что у меня есть. Вы можете все зайти туда и бесплатно все это смотреть, читать, и в том числе вся моя библиотека там по мере добавления. И найти там против гепатита можно успешно ему противодействовать и излечиться. Но если вот как-то так вот неправильно, без понимания, что с вами происходит, то вы, значит, грубо говоря, истощили свой организм и вроде как почистили его, да, хорошо. А потом только раз, конфеты как ненормальные. Да, человек вот именно становится ненормальным, потому что жизненные принципы через подсознание отключают наш рассудок, и человек ест и ест, пока есть место в желудке. Вот набился, а потом неожиданно включается желудок, то есть это, знаете, программа сработала, включается сознание наше обычное, и мы: «О, ё-моё, да что ж я наделал?» А вот то и наделал, что разбалансировало жизненные принципы. А надо совсем по-другому. Там вообще смотрите мои видео, читайте там больше. Там я очень много рассказал, показал, что вы найдете нужный правильный ответ.